Жирафа! Так проходит танцевальная разминка в рамках проекта «Урам Тайм». Все желающие также могут присоединиться к мастер-классам. Рядом со сценой учат плести макраме на банке. Это успокаивает даже. Релакс такой. Нет. Вот нравится. Вот подсели. Для стринг-арта понадобился стол. Здесь ребята делали картину из гвоздей и нитей. На этот мастер-класс пришла и Диана Богварадзе. Она уже исполнила песню для конкурса «Алло, мы ищем таланты», который тоже прошел в рамках проекта «Урам Тайм». Диана участвует в подобном во второй раз. Первый раз было страшно, у меня все дрожало, ну а второй раз уже нормально. Также в этот день состоялось вручение сертификатов участникам онлайн-лагеря. Они в течение 2 месяцев учились наносить рисунки на тело, плести цветные косы с каниколоном. Играли в мафию. Каждое утро проводились зарядки и учили делать смузи, коктейли и завтраки. Для детей это нужно, конечно. Им же как-то и общение нужно. А так в городском парке проходила арбузная вечеринка. Всех желающих угощали бахчевыми. Тогда же ребята могли нарисовать пухлый арбуз. Для этого смешали пену для бритья, клей и краски. Проект «Урам Тайм» в Альметьевске стартовал 12 августа. За это время на разных площадках провели 100 различных мероприятий ко Дню Республики Татарстан в честь столетия ТАССР. Лиса Навзалова, Тимур Туманов, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.